Всем привет. Ну ладно, попробуем посмотреть, как получится в этот раз. Сегодня, соответственно, на повестке дня у нас Pauper Elves. В общем-то, достаточно классические. Странные накуры в виде двух мелоди, а не четыре, как сейчас у всех пацанов. Не знаю, в общем, что с этим делать. Но попробуем, может быть, что-то из этого получится. Тем не менее, пару раз 5-0 я уже этим делал. Времени сегодня немного. Ну, попытаюсь хотя бы пару раундов что-нибудь изобразить. Так, давайте сделаем так. Да. Так, 4 земли, 2 эльфа, первого дропа нет. Но думаю, с этим пока можно жить. Бур? Да, бур. Излюбленные оппоненты. Ага. Ну, из серии давайте вытягивать все в наших пацанов. Когда мы захотим воткнуть лесовану, у нас лучше бы была ситуация, что болт стоит. Еще у нас что-нибудь. Угу. Нормально. Это было ожидаемо. Вот, типа, 3 хита сэкономили. Пока неизвестно на чем. На всякий случай. Ну, друг. Неизвестно, что у нас здесь будет дальше. Ну, посмотрим, что он нам покажет. 5. Третья гора. 3 дыры сюда. 3 мне, атака на 2. Угу. А еще была Жанер. Не очень честно. Одиннадцать, 3 карты, это 9 хитов. Ага, курс. Курс можно. Не очень желательно, но можно. Давайте. Так, теперь 6. Ну, давайте посмотрим, сколько у него там в карманцах. Нет. 10, 9, 4, 3, 7, 8, 9. Ну, в принципе, как бы кажется, что dead on board.
точно. Надо убить. Правильно. Нет, с ним будут оплачивать. Давай. У тебя там. В конце хода, кстати, ничего не сделал. Окей. Так. Вот, а теперь посмотрим, обогнали ли мы Лун или нет. 5. Ну, какие не должны были. Ага. Хорошо. Рано. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ну, 11. Вот так. Тут неловкий момент, когда обогнали Вулвишера. То есть он там что-то явно не так дыркнул. Сенсуварден, Сенсуварден. Раб, раб. Спайдер Силкарма. На лодях мы не успеваем против него. Редко когда против Бурна у меня получалось вообще адекватно играть. То есть с ними, скорее всего, ситуация Винмор. То есть мы уже стабилизировались. И... Берчла точно остается. Один прист. Силванский остается. Переумец. Три. Еще две. Кибервучи. А, леса, ладно, нет. И один еще кто-то. Да. Скорее всего, еще один приступ в титане. Вот.
Это и, соответственно, мейновая позволяет нам держаться от единички по всем. Это тот же тех. Это оверхил. Надо все поконтрить. Ну, погнали. Интересно, он, кстати, отсадил курсы или нет? Вот это очень интересует. Вот это отвратительная рука. Вот это вот прям... Здесь должен был быть лес. Так, это кип. Этот умер. Это заработало, но походу все-таки, блин, если не тот дек, нет, вангард. Ну давай, саспенд, нет? Очень странно. Ну ладно. Лес Рендхора. Давай, убил. Нет, очень странно. Все-таки Кёрзи не отсадил, очень странно. То есть у него какая-то очень дико медленная рука. Пока поелдим навсегда. Если что, отменим. Ага. Так, раз, два, три. Раз. Два. Ну, давайте попробуем подставиться под единичку по всем. Или под третью ману и мортиру красную. Угу. Окей. Нет. Так. Пленника. Что, можно? Чтобы правильно подставиться. Давайте вот так. Да, вот на электрикере. Ну, ладно. Это было ожидаемо. Надо было, конечно, рейнджером подставиться. Да. Тупо не ладно. Дикая задержка, не знаю. Ну, типа не больше 5 секунд, когда я тестил это в последний раз. Не знаю. Еще, блин. Попытка подлаживаться. Степ. Кстати, мана.
Давайте рейнджер. Раз, два. Да, давайте все еще попытаемся найти хваленый остров. Ну а вдруг? Раз, два. С четырьмя картами. Бол. Может, ДМ. Интересно. 0-3, нет? Ну, то есть он решил у нас просто персонажа играть. Интересно, надолго ли его хватит? Пожалуйста, он знает. Давайте. Малого лишера. Все, пойдем. Ну, серия на крайняк третью выиграю. В общем-то не так стрёмно. Да нет, стрёмно, конечно. Интересно. Болт. Куда? Куда? А, Вол Вишера. Ну да. Что Вол Вишера, он уже проиграл. 10, 8. Болт. Иголка. И фарбласт. Интересно. Царские дундуки. Видимо, вот он в первый топ-декл примерно так же. 4. Ну, 4, но по идее, да. По идее, это слив. Ну ладно, давайте. Давайте блокать, что делать. Мне вот интересно, где его пацана 0-3. Оп. Потому что с пацанами 0-3 это вообще хана была бы. 4 карты. 5. И, ну, наверное, одна из них земля. Ага, вот пацан 0-3. Ну, это почти провал, конечно. Ну, типа, ну, вдруг. Пусть будет. Будем пугать его острова. 5 хитов. Да, ну, блин, даже болт. Тупой болт, и это слив. Даже без болта. Два курса. Против курсов я все равно не буду сайдить. Поломать артефакт или энчантмент. Хорошо. Пласт. Цель. Да. Меня? Ну ладно. Можно. Пласт у меня можно. Я умру от этого, но буду ходить первым. Да, Винмор. Ты умеешь тапать своих пацанов. Так. Саботажа. Он играет в 4.
Но пытаюсь вот даже против него сойдить. 4 цели на всю деку. Нет. Это не фигня. Так можно. Ну, мы типа тут опять, короче, подставляемся под электрики, ну, как обычно. Ничего нового. Он улекнулся до 6. Ну ладно. Что-то. Нет. Я себе так часто лаваранеров не сдал. Давай. Посмотрим, будешь ли ты убивать приста или нет. Или да, или нет. Лучше бы нет. А, че, как бы, зато три маны дают. Нет, будет, зараза. Ну ладно. Так. Ага. Теперь давайте сделаем вот так. Как обычно пацанам нравится. Ну, заставим его опять, короче, что-нибудь поделать. Хорошая цель, правильно? Болт сюда собрать. Какого рода это байт? Типа байт, болт сюда с хил обоих, либо хит. И за спектакль сюда. Ну, давай хит за спектакль сюда. Middle drop. Угу. Типа ману нет. Ага. И тут все стало интереснее. О. В жизни все решает случай. Теперь. Атакуем двух существ. Разбираем еще существо. Всегда да и всегда. Угу. Прямо. Ага, типа. Ну, типа его или его. Ну, давай. Пожалуйста.
вот эти векары. Нет? Очень странно. Плюс 7, плюс 7, да? Можно, в общем-то, и вот так сходить. Не стал блокать, надо же. Я удивлен, поражен, шокирован. Все на свете. Раз, два, будем идти. Что-то как-то так странно получается. Ну, давай. Все на плечо. Третья игра. Чума. Да. Ого, жить стало лучше, жить стало веселее. Так, сейчас кое-что посмотрим. Привет, Return. Да, посиди, конечно. Добро пожаловать. Так, так. Ну, продолжим пока. Вот так. А еще один прилочек. Ну, пацан, ну все уже, пора консидать. Вот сейчас уже точно пора консидать. Давай. Термовый химик, можно. Ooh.
Чек, смотри. Женский рейнджер. Да, он тянул до последнего. Ну, там. Во второй, конечно. Ну да, ставился под электрикере и наставился. Ну ладно. Еще турик, и я домой. Сейчас собрался. Мне кажется, они не хотят. А вот хотят. Нет, походу не хотят, а нет. О, Йонатан Александр, кучу раз с ним играл уже. Сильная, не сильная, вот сейчас еще до 5 будет. Вот хотя бы как-то. Ох. Фишер нет. Фишер нет. Ну блин, землю же убирать. Мелоди. Ну и без мелоди, значит. Здесь, конечно, и постановить можно, но такое. Вот дрон, ребята. В прошлый раз он играл вот этим снежным VR кем-то там. Ну, который был металлкрафтом раньше. Так, два майна. Сильный. Хорошо.
Вот у него цветная мана. Это вот что такое? Все-таки его не отпустило тема вот этого ВР. Он на самом деле не периодически пропадает, я просто мьючусь, у меня тут народ по телефону разговаривает. Я как-то не выкручиваю телесалама сейчас. Сейчас подумаю, что с этим можно сделать. Не, можно креста ставить, конечно, тупо. Ну, это как бы единственное, как она выкруживается, это вангарду придется ставить. Мне очень хочется. Вангарду вот так хочется. Хочет блок сентинели, пусть блокает. Охрена. Да, может быть, стоило, то есть вот перед атакой был лишний хит, вон пацана, трон собрался. Ждем дарилку 8-8. Интересно, белая? Почему белая? А, ну все вот эта вот тема, короче. Первый посадку нашел смешно. Конец. Ладно.
уже. Так, вот так вот. Удивительно. Надо, все фигня. Что он может, кроме того, консиднуть? Да, пацана не отпускала эта тема. Ну ладно. Что за черт там поломать? Окей. Захавка. Ну давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пока семь. На дрова. Это его главные друзья. Арчеры его не особо. А он посадит рэп. Вернее, он посадит, прости господи, электрикерли. Ну, будем ли мы ее контрить? С чем там еще гора? Шитро. Ладно, что-то не знаю, билд какой-то странный, но вот для меня. Прист. Вардин. Армор оставим, в всякий случай. Слон оставляем, вишер. Ну, давайте попробуем. Что нам пацан покажет? А что у нас там? А, Мартенда Питибл. Угу. И безобразная рука на самом деле. Раз, два, три. Ну, типа, на треть. Ну, в зависимости от... Ну, безобразная там. Когда я думаю, земель нас убьет, но он легонится до 6. Интересно. Да.
прям сразу решил. Ну ладно, давай. Начинаем с одного из таких земель. Он решил вот, короче, как этот классический VR играет. Вот он решил вот в это же. Да, какой земель, чума. Электрики, нет? Угу. Когда там? Угу, нет. Электрики. Ну ладно. Где вот эти вот все трансземли там? Как было в первой? Не оцель уже. Я тогда как понимаю, кто... Раз, два, три. Три тогда, да. Нет, может быть, конечно, я в прошлый раз с ним играл, и вот он просто показывал мне вот эту вот половину. Вот. А не вот ту вот, в которой там трон земли. Все, пошел трон собирать. Угу. Угу. Любопытно. Угу. Продолжаем подбирать. Сейчас не слышно, нет? Угу. Как не себя. Ну, вот и трон. Шел, что у меня. Два хода осталось. Но это не повод. Конечно, он покупает из Норвегии.
Сейчас спайдер силк. Что-то так себе. Бершлорик там убивать не будет. Прямо не знаю. Тоже легенда 6. Да, кстати, здесь мулиган реализован не так, как по правилам. Если ты говоришь кипнул, а потом убираешь, в реале, судя по правилам, ты убираешь, а потом решаешь, кипать или нет. И в основном это связано с Serum Powder. Потому что ты там уберешь не... Давай. Привет, эльф. По всей видимости, Бладбрейд. Так, нам дали шанс. Хинтинель. Так, сейчас важно бы не просчитаться. Деревнец. Yes. Да. Так. Раз, два, три. Раз, два, три. Вангард. Так.
Верчвор. Так, это уже так, это лес вернуть. Лес поставить. Раз, два. Раз, два. Три. Тимбер Watch. Окей. И теперь у нас есть синяя. Нормально. Сфера можно. Фулл слэш. Раз, два. Интер таргет спел. Вот так вот. Мы смогли одолеть странную какую-то верку, которая астроном. Ну, ладно. Как я и говорил, к сожалению, сейчас всего было две партии. Я поехал домой доиграть. Ну, не знаю, видимо, постараюсь доиграть на каком-нибудь следующем тестовом стриме. Спасибо всем, кто забежал. Пишите комментарии куда-нибудь, можно в личку, можно нет. Всем спасибо, всем пока.